Чё ты, Андрюх, несёшь? Так, чё за говно? Починить, да? Слева на экране находится список ваших чертежей для выбора. Переходы между... Используйте мышку. Андрюх, да это бывает. Вот это вот сообщение. Придется выделим зарплату. Ну, понятно. Так, понятно. Что, пробьем это говно? Подожди. Шифт зажать, сравнить. С чем сравнить? Купить там уже жесть, жесть цена 193, что это за бред. У нас есть какое-то говно. Чистое серебро. А это что, ему не интересно? Нельзя продать. Так, что у нас есть? Чертеж дратва. Уровень ремесленника слишком низок. Хватает ингредиентов. Слиток серебра. Плённая кожа. Тоже ничего не делает. О, вот нам надо подценить, да? Цена 53. Бля, чё так дорого? Как-то пиздец дорого прям. Прочность 97. 97. М-да. О. Так я походу знаю, что сейчас можно сделать. Смотри, обрезки кожи получаем, да? Нам как раз ее на броню надо. Вот этого, да? Не. Даже вот это. Что это, оружейник, что? Магический предмет. Дратва. Нам надо две дратвы. А что нам для этого надо? Хлопок, блять. Нет, дратву нам не надо разбирать. Так, что нам надо-то? Холст. Так, это у меня есть, да? Там нужна одна дратва. Лол. Шпагат.
хлопок. Как его получить-то? Бля. А, все, я походу понял. Так, подожди. Одну. Так, все мы можем скрафтить уже, получается, да? В натуре. Андрюх, ты тут еще вообще? Ничего не пишешь, что-то. Бам! С Андреем, Андрюх, что мы получили? Наисец, да? Бывай. Два броня, смотри, плюс 12 она, в отличие от этой месяц, да? Подожди, я ничего не понимаю. Почему они обе одинаковые полностью? Говно какое-то. Ну ладно, чё. Трофеи можно. Седло. Дополнительный опыт и смертельный удар по человеку. Выбирай яркие блестящие штуки. Ага. Я стримлю уже. Я два часа уже стримлю по-прежнему в первой локации. Щелкни по закладке эликсир, что ли? А, опять он. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу. Я Dark Souls пройти не могу уже часов 20, у меня сегодня босс, но я не иду куда. Понятно. Чё, заматываем ну, вот это говно? Чем она нам, да? О, всего-то 24 нам эту дали за нее. Еб твою мать. А че ему вот это ничего не интересно? Яд. Гейлоу. Так, нам надо, Андрюх, починить, да, что-то? Цена 53, я понимаю. Да сколько он... До 65 всего-то? Зови этого купца Сидоровича. Почему? А, ну потом, если еще раз, то уже цена 35, да? Ну-ка, давай еще раз. До 67? А, это уже ботинки. Короче, ладно. Почему можно книгу разбирать на книгу? Ты это понимаешь? Письмо можно разобрать на записку. Что? В чем логика?
Это уже другой меч, тут полностью фуловый. Нет, этот Андрю как-то тот же меч. У меня другого-то нету. А, ну так-то нет, у меня их то, что два. Не, у меня в смысле один стальной. Один стальной, один серебряный, и все. Короче, надо что-то же это Бывай. Покачать скиллы, да? Мне не персонаж, смотри, у меня есть очки умений. Че он вдруг качать будет? Меч, магию, алхимия, умения, мутагены. Пока ничего нет. Ты починил первый серебряный, второй бонус. Ты починил два меча. А, ну тогда нормально, слушай. Видишь, у нас в каждом уже здесь 4 есть вот эти вот. Это типа первоначальные. Позволяет творить и пить у него зелье, это понятно все. Качай ХП. Или урон с руки. Не, ну ХП есть, смотри. Вот. Увеличивает максимальный уровень здоровья на 500 единиц. Это же имба, да, по-моему? Или урон с руки. Здоровье, восстановление. Отражает стрелы при приеме. Какой вообще смысл качать это еще раз? Отражение стрел я это качал во второй части. И сохранение вроде перенес сюда. Что за бред? Давай, короче, качу на ХП и не буду падать сюда. Чем больше ХП, тем больше ХП. Хорош. А зачем это переносить сюда? Что? Просто это говорилось что-то. Смотри, у меня уже сколько квестов выполнено, Андрюх. Нормально, да? Основное задание осталось только. Хотя, может, тут еще есть какие-то квесты, по-любому же есть. Короче, Андрюк, сейчас покажу тебе одну игру. Видишь, на полях Нильфгаардской страны. Гестер, пропустишь со мной круг? Лишь бы нам солнышко светило. Я теперь Дерван. Дерван. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Ну да, там что-то работали, там что-то работали. Кто-то аккурат случился у околицы. Ну, нашнекивался, то все. Такие мучик-чик, башку-то и отравили. Было такое. Ну, короче, зашли в кабак, типа. Меня здесь по-прежнему ждет чувак, с которым я путешествую. Просто сидит здесь и пьет. Это типа другой ведьмак. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Он просто, прикинь, здесь сидит все время и пьет. Да? Ему ничего Что не такое? Больше. Мы уже вон полгода в пути, я уже с ним позарил. Пока. Он... Если он дальше садится и опять пьет. По идее, я в этом городе, не знаю, дня два уже, просто все время здесь. Снимаешь. Чего вам надо? Какой-то ты весь грязный парень. Бля, вот это грязно. Урод! Да? Короче, Андрюк, смотри, сейчас играть. Почему у него имя Школяр? Ты это видишь? У него имя Школяр, ты это понимаешь? Просто приятно. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. В эту твою игру.
здание колоды, тут даже есть такое. Блять, ебать, короче, все сложно. Да, это типа что-то Хардстоун. Прошлых часть первой и второй, это типа там игра была просто кости, как бы. Просадка, да? Ну там типа полный рандом был. Здесь сделали, что мы вмонтировали тебе Хардстоун, и мне покажут, что ты играл Хардстоун, когда играешь в игра. Это все внутри так звучит. Это же реально так. Смотрит на бомбу, как будто хуй прищемлен. Блять. Сейчас ваш комфорта. Как это? Указываем в крайне число. Переместить две карты для с вашей позиции. Слева в да. А, вот так. Топовая, да, здесь? Слышишь вот этот тамбурин там, да? На фоне. Бабу пикай. Да тут обоев можно. Я нормально. Так, ну все, у меня вроде есть колода, да? Что, поехали? Я-то играл в эту уже игру. Но проебал ему. Как бывал. Карту обменять на что? Обменять на что? Там Саурон, только его. Обменять, я даже не знаю. Короче, я ничего не понимаю, что здесь происходит. Ваш ход. Там находится. Понятно. Так, ну я уже играл в эту игру, говорю, один раз, так что здесь я вроде уже нормально. Короче, здесь, Андрюх, видишь, у меня типа две жизни, у него, да? Как бы все решается в третьем раунде, всего раунда три. И надо вот карты сейвить, чтобы они в каждом раунде желательно у тебя были. Ну, особенно для третьего. Давай бомжа положим какого-нибудь. Видишь, у меня одно очко атаки, типа, да? У него два. Да? И вот у кого в конце раунда будет больше этих очков, тот раунд выигрывает. Такие, типа, правила. Можно
нужно спасовать, короче, как бы, ну, раунд отдать. Тогда, ну, на следующий раунд у меня просто карт больше останется, видишь. Нормальных пацанов, но потом засейвить. Бля, что, может спасовать Андрюх сейчас? У меня карта уже пиздец. Давай попробуем, я не знаю. Ну, он, наверное, сейчас поставит что-то и выиграет этот раунд. Противник выиграл раунд, блин. Да я уже сделал. Противник спасовал. Вол. А, ну я типа выиграл этот раунд уже. Вот как бы если вот так вот сделать, то все нажимает. Все, видишь? Сейчас ты хату не проебешь. Сейчас вот последний раунд. Дополнительную карту. О, слушай, нормальная тема, это мне дали. Так, давай пока этого не будет, чувака, и ждать. Ничего. Будет. Давай поставим. У меня 6 атаки, аж нормальная тема. Ёбка, на 4 дал. Вашего противника сила карты добавится к очкам. И возьмите две карты вашего. Сила карты добавится к очкам вашего противника. Так это ему 5 атаки дастся, да? То есть у него там что? 12 просто. Так, ну у меня 17, мне уже сложно обогнать. Я аж прям супер жесткий. Тогда вот Андрюх типа damage бустнутый, но я пикую две карты, которые, возможно, будут больше этого урона. Ну давай попробуем. У него 18 теперь, типа, да? Блять, Андрюх, что это? Мне дали просто бомжа. Мне бомжа дали на один этот. Зачем я тебя послушал? Откуда у него еще-то один на твой? Что за, блядь? Снижает силы всех дальнобойных отрядов до одного. Дальнебойник? Так это получается верхних, да? А у него верхних ничего нет. А у меня-то есть. То есть это я себе сам надамажу.
меняет эффект всех погодных. Я не знаю, давай вот это. Ой-ой-ой! Ты посмотри, как я зарешал! Я ему на 4... А, он спасовал от трюх! Да есть же! Да все, я выиграл раунд. Трюх, изи катка. Видел просто, как я затащил на скиле в конце? Я просто юзнул короля. Короля. Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать. В смысле реванш? Так я же тебя выебал. Лол, почему он сказал про реванш, если я его выиграл? Вы получили новую карту. Новое здание, собрать полную коллекцию карт. Или он просто так сказал, типа реванш. Короче, кузня. Какая изи, ты чуть хату не проебал. Какую хату, блядь? Не, ну шкалерам выглядит престижно, считаю. Собрать полную коллекцию карт. Множество мест. А, ну типа это вот, собрать полную коллекцию карт, это, короче, как в первом и во втором задании на эти вот, на кости. То есть там оно делается на протяжении всей игры. Ну ты просто ходишь по всей игре и обыгрываешь, короче, самых сильных противников. В конце типа самого жесткого обыгрываешь, типа все, ты король этой игры. Вот, видишь, собрать полную коллекцию карт для квинта, а на карте это место не указано, то есть на протяжении всей игры. Вот. Все, что-то вздыхает. Пьяница. Да, он идет. Прикинь, сейчас ёбнется здесь. И мать его тошнит. Можно у забавы приписать. Еще чего-нибудь? Бля, что-то у меня подлагивает. Это заметно на стриме, то, что FPS проседает? Может, есть нечто интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. Можно, кстати, и еды замотать. Так. Так я чё, вот это можно все замотать? Лол. Слышь, смотри, у нее есть эти. Прикинь. Карты. Можно купить. Чучело. Нейтральная карта. Специальная карта. Чучело. Обменяйте на уже выложенную карту, чтобы вернуть ее в руку. Нихуя. Фольтест. А, так он у меня есть. Подожди, нет. Отменяют все эффекты погонных карт. Боит синих полосок. Выеби старуху. Зачем? Может, не надо? Может, ей продадим что-нибудь? Давай бутылку воды продадим, я не знаю, блядь. Зачем мне столько бутылок воды, правильно? А что она делает? Восстанавливать здоровье? Как и вся жертва. Пища. Сухофрукты и орехи, блядь. Блядь, я все продал. Да ладно, похуй. Печень волка. Еще одни сухофрукты. Нахуй они мне. Факел. Он мне не нужен так-то. Что, жертвы оставим, да, немного? А чё? Я чё, вообще это не интересует ничего? Все красное. Можно продать торговые элементарные части. Угу. Бацкая стиль, блядь. Сколько карты у нее стоит?
50, 20. Вот это купим. 315. Сейчас приду, ну давай. Прощай. Неприятности. Чайника выкипело. Воу. Что такое обратный курсор? Нихуя. А ты знаешь, что такое обратный курсор? Я потому что вообще. Короче, я не знаю, надо что-то качество теней. Надо что-то, может, поменьше сделать. Высокая, средняя. Кузнецов сынок пропал. Мужики начали видеть. Эр и Глав. Кто так урад случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Таким чик-чик. Башку-то и отрубили. Было такое. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Линк. Стресс, следов-то нет. Ну. Смотри, лошадь просто из ниоткуда появляется. Можно было? Но!
мейн-квест. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глаза? Крутое, что-то по мейн-квесту вообще не понятно. Необходим уровень 3, с 3-го левела его можно использовать, вот что. Слушай, сейчас это нормальная тема. Они брони прибавляют. Не знаю, какой-то клад нашел. Да? В смысле топор? Какой топор? Вот это?
босс. Видишь, необходим уровень 3. А у меня только этот. Второй, походу, его. Я походу встретил. Это силы. Нет, ну не на на изи запрошу. Лишь она вообще изи. О, я ей пизды дал. Где собака? А, все. Прилег и что-то приуныл. А, это ты об этом чуваке? Он что-то приуныл. Давай заглянем его. Это же где дроп? Сиську, скринь сиську, просто. Не знаю, давай это говно включим. А, выбрать. А, вот так активировать что ли можно? И чё? Активировал, блядь.
запись бестиария. Не, ну они совершенно не говенные. Ой-ой-ой, слышно перчатки. О, так они лучше. Или нет? Так, тогда. Древний меч школы змеи. Свай хендер, если где он есть, а что это вообще такое? Меч, может, какой-то? Обыскать развалины замка? Где это? Неизвестное место, неизвестное место. Так и называю. Типа двуручный меч. Не, слышь, тут двуручных-то точно нету. Понимаешь? А, сюда мне надо. Понятно.
тебя изливается мания. Да, эти максимум, такие мечи одноручные типа. У ведьмаков-то типа же есть свой стиль, как бы ведьмачьи не делаются. Они типа одноручные. Поговори с командиром. Чего надо? Император поведет нас прямо на Новиград. Быстрее. Но! Ты же замок красивый, да, смотришь? Теперь помедленнее. Бывает там закат, это видишь? Плотва. Варк? А, так они изёвые, пацаны. Зачем я тут вообще это взял? Что-то там еще есть. На будьте осторожны. Волда Геральт же ведьмак, он восприимчив. Хотя почти. Почти. Бля, так я еще и не этим. Почему они убегают? Подожди. А почему он достается это? А, во, я почему-то ведьмачьим дамажу не снимал здесь. Остальным нормально, может, что это за бред вообще?
сам будем монтировать. Плотва не так быстро. Ну, пошло. Отдохни. Ну, да. Я слежу за тобой, Норк. Дай дорогу. Число сервис. Спокойно, Норк. Почему они захотели меня бить? А, я типа оборвал их. Понял, да, вообще? В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Пошла! Ой, блядь, пиздец, откуда я начинаю? Да, речь. Но они бы там 16 левел, они бы мне пизды вломили, мне кажется, есть. Настоящий ведьмак. Мать мне не поверит. Аэн Медеде. Эстуат Аэсен Нориград. Вперед, плотва! Давай, плотва! Спать там лучше, что ли? Смотри, эти бочки сломали. Вот все они сейчас рвутся. Да, нахуй. Просто нахуй. Блять, почему он не в ту сторону сдул? Сачфайрца. Да. Так, ладно, давай еще раз, короче. Так, ну все, сейчас я точно заколю, сделаем сохранение. Yeah.
женщины становятся раз в три месяца. Это правда? Варвар. Короче, ничего красить не буду сейчас. Сразу не вот сюда, вот сюда. Чего хочешь, приблуда? Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Винлеви сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашиваю. В башню. Какие-то недоброжелатели. Так, а что если я здесь укорблю, меня, наверное, без беда ловят? Даже здесь будет. Нам записаться не хочешь, но... Нордлинг? Колдис Грифон Эссанбо. А Эпторп? Нет. Абстреда. Марзандейн Карбон. СДГФИ. В чем тут что-то? Нам придется ликвидировать часть вашего урожая. Это по ремесленнике. Все броники делают успех, конечно. Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Покажи мне свой товар. Чё, топор, наверное, замотать пока? Андрюх, я уже сколько замотался. Просто всю хуйню. Гвозди у меня даже есть внутри. Слышь, это нормальный меч. Слышь, так ебать, у меня все есть. Ты понимаешь, что мне только надо слиток серебра? Это же имба. И вот это тоже имба, можно сделать. Вол, цена 3 всего? Что за говно? Так, что нам слиток серебра надо? Не хватает ингредиентов, нам надо серебро. А, так вот.
Мариборский способ. Слышь, изи. Что, теперь можно? Ой-ой-ой, да ездишь. Да, это мой, блядь. Хорошо. Вы шпионить или по делу? Сделай для меня одну вещицу. Так, этот продать, наверное. Кожаные ремешки нам нужны. Шкура. Опа. А, из железной руды. Да кизи. Все, изи. Бля, Андрюх, как же я ебошу. Крафт в Ведьмаке, это просто что-то. Бывай. Плюс 14 мне дает, прикинь, нормальная же тема. Плюс 100 он еще, а это 97. Вы шпионить или по делу? Покажи мне свой товар. Каппа-каппа. Бывай. Все, го наверх. Почему он спит? Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю.
Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннефер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Непонятно. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона, я могу сидеть сложа руки или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Да, Андрюх, интересно. Хотя и странный. Это основной квест, это уже не этот дополнительный. Я должен найти одну траву. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире, травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Понятно. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эс-зонд Яктон. Удачный обход. Активная сдача, сможете использовать ее. Бестия из белого сада. Я хотел тебя кое о чем спросить. Да? А, так не о чем больше. Бывай. Бывай. Что за говно? Катится как портфурист. Как можно вот так на стену забегать? Что это за бред?
идеально. Посмотри на это. Я еще какие-то болота пишу. Скурим. А что скурим? Что наверху? Блять, что такое? Опять лошадь, она из ниоткуда просто приходит, ты это понимаешь? Просто приходит из ниоткуда. Она там топит, панит. Кстати, сколько там сейчас Ведьмака вообще смотрит? Там, Андрюх, в паре ряде так канала. Там самый жесткий 7 касм. Шевелись, плотва. Так, ну что там? Не охота мне сейчас снимать. Рекомендуемый уровень 6. Наверное, мне лучше туда не лезть. Не знаю, пойду в деревню, наверное. Можно взять какое-то быстрое перемещение, насколько я знаю. А, можно к травнице заехать сначала, да? Теперь помедленнее. Ничего не мешает. Отдохни. Гади, плотва. О, почему он меня завел? Ну, что-то надо? Бед спонсор, что? Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Почему он так смешно принесите выглядит, его, а? Очень вас прошу. У него какое-то лицо смешное, не знаю. Конечно, поможем еще. Ладно, схожу.
Когда найду сундучок, дам знать. Ценный груз. Нихуя так у него ты не делаешь. Так что, нашел мою повозку? Нашел мою повозку. Где волки были, повозка была, может это она? Да не, вон. Видишь, ведьмачья на карте показано место. Вот значит где-то здесь. А что тут? Так, ну давай выслеживать, блядь. Ага. Тут следы есть. Следы повозки, она заехала в болото. А, так тут мне с утопцами надо паниться. Не жизнь. А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Я опять обокрал кого-то. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Не, ну утопцы... Утопцы из луков не стреляют. А кто-то же убил его там, чуваков. Бля, чё они такие жёсткие? Давай! Ты это видел? Это было реально красиво. Посмотри, как он лежит просто. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Акула? Топец. Не, ну что-то этот чувак точно темнит. Откуда здесь стрелы-то взяли? Да-да-да, пиздит. Так что, нашелся сундучок-то мой? Я тебя распустил. Я нашел, пожалуйста. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Это рофл. Это какой-то рофл. Чё за загрузка? Чё за бред?
Блять, давай быстрее! А? Видишь, Андрюх, он пытался нас наебать. Давай, поехали! А все уже есть. Я ему, видите, я ему одну тычку сделал. Он упал. Надо его привести в чувство. А, так он живой еще? Я думал, я зарезал его. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмир. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Не, мне кажется, надо его отпустить. Здесь он уже 100% правду сказал. Да и нильфгаардцы мне вообще не нравятся. Они в книгах описаны, как наоборот, какие-то агрессивные. Но север захватывают. Ну, типа, и здесь так же. Так что, помню. Добро. Езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные думаешь, лилии третья стоила память выпить? Короля Фольтеста. Ладно, что мне эти лекарства? Они им, может, понадобятся еще. Хе, ну, как он упал с коня, это что-то реально было фаст. Я ему одну тычку дал, он упал. О, охотничьи бы какие-то подобрал. Какие жив, вести из Вызимы? Лишь бы нам солнышко светило. Ну, наверное, буквально. Вау! Ебать меня! Скил сколько хп-то у нас? По 6 что-то. А, не, сапоги, говно что-то. Пошла. Повозка может завести что-то. Эй! А, тут ни хуя нет. На самом деле вообще уже потерялся, вообще не понимаю. Не торопись! А что это здесь такое? Хватит.
Ничего нихуя. Так я уже... Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые, известные из-за любви, на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Блять. Андрюха, ты тут? Чем не сделать? Дать ей, да? Пусть орёт. У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения? Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно. Видишь? Что-то дали. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... то будет вонять хуже падали. Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петераса... хер узнает, как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнует. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас...